На улице маршала Бирюзова совсем скоро появится отделение профилактики. Здесь завершается строительство центра диспансеризации здоровья Подмосковью. Общая готовность объекта на данный момент составляет 75%. Глава муниципалитета посетил стройплощадку и пообщался с будущими медработниками. Естественно, будем набирать новых сотрудников. Уже набираем, уже две размещены. Прицел нужно и два. Сколько человек нужно набрать? Значит, суммарно у нас... Еще человека четыре. Это из врачей? Из врачей. Это все узкие специалисты. Терапевты. На сегодняшний день на объекте выполнен монтаж вентиляции и слаботочных систем. Еще ведется устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. На стройке задействовано 43 рабочих и 8 единиц строительной техники. Здесь слева, соответственно, уже пошла медицинская часть. Здесь будет администрация сидеть. Ну, не стоит, а администрация будет сидеть, чтобы, соответственно, потоки направлять. В муниципалитете продолжается реализация национального проекта здравоохранения и региональной программы модернизации первичного звена. Новый центр позволит разгрузить городские поликлиники. 60 посещений в сутки – это минимальная мощность, которую при необходимости можно будет увеличить, отметил Андрей Иванов. Вот в эксплуатацию нового медицинского учреждения планируется на декабрь этого года. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».